И всем привет, дорогие друзья, с вами РМДЛ. И сегодня я вам расскажу обо всех вещах, которые будут в обновлении 0.42. Это видео будет достаточно краткое, и я не буду размусоливать все это, а просто скажу то, что будет в этой обнове. Так что не буду вас задерживать. Приятного просмотра. Итак, в обнове 0.42 нам добавят вертолеты. Их будет или 3, или 4, точно пока что никто не знает. Вот вам картинки всех вертолетов. Из добавленного транспорта нам добавят хаммер и полицейскую машину. И мне они, честно, очень нравятся. И вот вам видео с ними. Всего нам добавят две локации, маленький остров и одну большую локацию. Это будет пустыня, там будут военные и военная база. Если хотите полное видео про пустыню, можете нажать на подсказку сверху справа. А дальше у нас анимации. Всего в игре будет три вида новых анимаций. Первое — это движение, они сейчас у вас на экране. Их надо будет покупать, и их можно использовать в любое время. Второй вид анимации — это ходьба, падение, бег и т.д. И третий вид анимации — это сесть куда-нибудь, лечь или что-то еще. Сейчас это показано у вас на экранах. Очень много одежды. Честно говоря, я даже не считал, сколько ее там. Но одежда около 20 либо 30. И аксов тоже. И самое главное, то что они очень красивые. В обновлении 0.42, когда мы будем садиться в машину, у нас не будут пропадать аксессуары на голове. И как по мне, это очень классная вещь. Также в обновлении 0.42 улучшат модельки мужчин и женщин. Они станут более хорошим, качественные и более красивые. Из построек нам добавят клуб, который сейчас у вас на экране. И еще нам добавят на стадионе разные плиты. Либо я сам еще не понял, что это. Разработчики про новое оружие на данный момент ничего не говорили. Но вот на этом видео мы можем заметить, что в этом месте что-то лежит. И это вещь легендарная, вряд ли это будет карточка, так как на карточку это не похоже. Вероятнее всего, это какое-то оружие. Да, конечно, я вам рассказал не абсолютно про все, что будет в этой обнове, потому что я бы иначе задолбался делать это видео. А так, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был РМДЛ, встретимся в следующем видео, всем пока!